Трансформеры. Космические обороны прилетели защищать нашу школу. Нападение Львина Морда. Трансформирую. Злобный смертоносец безжалостно нападает на Землю, чтобы лишить ее драгоценной энергии. Главная его задача — разгромить автоботов. Чтобы сделать это, он проник на Землю и устраивает одну диверсию за другой. Я Львина Морд, заместитель смертоносца. Разведоперация завершена. В то время, когда была уничтожена база автоботов, истребитель приказал посадить корабль-шаттл вдали от городов и приказал силам обороны Земли приготовиться к отражению атаки. Шеф, вы вернулись. У нас все в порядке. Никаких неприятностей. Что сообщает патрульная команда? Мы только что получили доклад от них. Они над Южной и Восточной Европой. Там все в норме. Мы суперроботы и можем выследить врага, как бы он ни маскировался. Что бы ни случилось, мы должны защитить Землю. Да, я согласен. Хорошо. Мы сделаем все, что сможем. А куда подевался Микон? Играет в волейбол с фиксатором и еще парой приятелей. Давай мяч! Да! Эй, смотри! Скорее! Скорее! Лучше разделиться. Мяч летит! Осторожно! Осторожно! Вот это смотришь! Какой ты недотёпа, фиксатор. Я не виноват. Как я могу играть, когда ты орёшь в ухо и закрываешь обзор? Это все пустые отговорки. Сам виноват, что не смог поймать мяча. А, на сегодня достаточно. А я хочу еще. Но тебе завтра в школу нужно подготовиться. Верно, завтра тебе нужно в школу. Я совсем забыл. Ой, согласно моим данным, школа — это скучно. С чего ты взял? У меня будет много друзей в школе. Там будет весело. Я научусь там чему-нибудь новому. Ты уверен? Микон прав. Шеф? В школу ходить весело, а узнавать новое интересно. Я буду лучшим. Молодец. Завтра я сам отведу тебя в школу. Только смотри, не проспи. Да. Thank you.
Привет, я очень рада тебя видеть. Доброе утро. Доброе утро. Ну как отдохнул? Эй, Мила! Ты слышала новость? Сегодня к нам приходит новенький. О, правда? А ты не знаешь, это мальчик или девочка? Я не знаю, я просто услышал об этом утром. Как думаешь, мальчик или девочка? Какая разница? Мальчик или девочка, это наш друг. Если ты какой-нибудь нахал, то я займусь им. Почему ты такой задира? А? Что это? О, нет! Даже полиция примчалась. Шеф, зачем так быстро? Я едва угнался за вами. Почему полиция здесь? Что произошло? Доброе утро. Простите, что напугал вас. Доброе. Трансформируюсь. И я трансформируюсь! Трансформация фиксатора! О! Что это? Посмотрите! Посмотрите! Ой. Фиксатор! А? Твои ноги! Что это? Что со мной? Ой! О. Ну и клоун! Добро пожаловать! Я заведую школой! А ты, должно быть, сын геолога доктора Нана. Да, меня зовут Микон. А это командир-истребитель. А? Что вы делаете? Поставьте меня. Простите, но так легче беседовать. Простите, если напугал вас, мадам. Разрешите представиться. Я истребитель, опекун Микона. Здравствуйте. Здравствуйте. Уверяю вас, с Миконом здесь будет хорошо. Все документы в порядке, мистер истребитель. Нужна только ваша подпись. А, впрочем, обойдемся без нее. Извините. Я попрошу сделать уменьшенную копию моей подписи и послать ее вам. Спасибо, мистер истребитель. Я когда-то слышала о том, что произошло в экспедиции доктора Нана. Такая трагедия. Я знаю об этом. Однажды доктор Нан и его команда добыли очень ценную информацию. Но на пути к Земле... Ух ты! Здесь энергия! Она-то нам и нужна! Ой! Нет! Быстрее! Надо спрятать информацию. Что же делать? Не волнуйся, я сообщил автоботам. Они прилетят на помощь. Нельзя, чтобы наш сын погиб. Сынок, теперь позаботься о себе сам. Микон, вырастай сильным. Возвращаемся! Трансформируюсь! Слишком поздно.
с тех пор Микон живет у нас. Он вырос на наших глазах. Мы были так довольны, что он живет с нами. Он веселый парень. Но из-за войны с десептиконами мы не смогли раньше привести его на землю и отдать в школу. С того времени это его первый визит на землю. Надеюсь, он легко вернется в общество людей. Я хорошо понимаю вас, но не беспокойтесь. Здесь Микону будет хорошо. Большое спасибо. Надеюсь на вас. Я не могу больше ждать. Я разорву истребителя на куски. Я принесу его в жертву нашему чудовищу. На этот раз я его убью. Эй, вы тоже со мной? Я вас спрашиваю. Да, у нас такой приказ. Вы только все испортите. Капитан, я не умею плавать. Может быть, мне не стоит идти с вами? Заткнись, поздно отступать. Надень-ка лучше это. Простите, командир. Сегодня мы изучим сложение и вычитание дробей. Прежде всего, надо найти общий знаменатель. Автоботы хорошо сражаются? Еще бы! Они все отличные воины, особенно суперроботы со сверхинтеллектом. Суперроботы? Да, во всей вселенной есть только 4 суперробота. Вы что, не знали? А? Хватит, Микон, не забывай, что ты на уроке. Да. Что за суперроботы? Не слишком ли много вопросов? Слушай, суперроботы должны быть храбрыми, мудрыми, умелыми. И вообще, они умеют все. Это самые сильные, храбрые, умные боевые машины во вселенной. По крайней мере, так рассказывал фиксатор. Неужели? Надо же! Вот это да! Как интересно! Скажи еще! Ну-ка, тихо! Все по местам! Вы служите меня или Микона? Я бы рассказал вам кое-какие секреты, но... Мне кажется, Микону нравится в школе. Надеюсь, что он не будет мешать учителям. А? А? Шеф, это кто-то из наших или нет? Это десептиконы! Мы не можем сражаться рядом со школой. Сообщи учителям. Уведи детей в безопасное место. А я отвлеку отсюда десептиконов. Трансформируюсь! Десептиконы, я не собираюсь драться с вами здесь. Давайте выберем для боя другое место. Ты думаешь, что можешь выбирать, где сдохнешь? Кто ты такой? Тебе не убить меня. Ты даже не знаешь, кто я? Да я заместитель командира десептиконов. Старше меня только смертоносец, но даже он боится меня. Я всегда получаю то, чего хочу. И я еще ни разу не потерпел поражения. Все дрожат, услышав мое имя. А зовут меня Львиномор. Это не просто оружие. Истребитель, настал твой последний час. Дайте мне! Раздельная атака! Давай, фиксатор, покажи ему! Детям надо уходить. Здесь вас могут ранить. Скорее уходим, скорее. Ну же! Фиксатор, вызывай помощь. Нам нужно подкрепление. Уже вызвал командир. Хорошо. Значит, сейчас главное защитить детей. Трансформируюсь! Вот
убивайте всех, никого не щадить! Он ломает нашу школу! Что же нам делать? Проклятые десептиконы! Дети, здесь опасно, уходим! Некуда бежать! Повсюду десептиконы, они ждут, когда мы спустимся! О, нет! Я уверен, во всем виноват Микон! Это из-за него здесь появились десептиконы! Если бы не он, все было бы в порядке! Это правильно! Что ты говоришь? Микон ни в чем не виноват! А десептиконы прилетели потому, что здесь автоботы! Да? Автоботов привел Микон! Точно! Правильно! Да, правильно. Он во всем виноват! Кто же еще? Все вы не правы. Слушайте, дети. Много лет назад десептиконы напали на корабль отца Микона. Это не имело отношения к Микону или автоботам. Они просто хотели захватить Землю. Верно. Автоботы и силы космической обороны прилетели, чтобы защитить Землю от врагов. Как вы можете их обвинять? Это ошибка. Если бы не автоботы, нас бы уже не было в живых. Это же несправедливо. Спасибо, Мила. Мы должны подумать, как выбраться отсюда. Но как? Не знаю. Я должен помочь. Микон, помощь скоро прибудет. Ты можешь защитить детей? Вы хотите, чтобы я управлял этим? Ты справишься, надо поверить в себя. Это мой шанс. Да слезьте с меня! Трансформируюсь! А вот и подмога. Трансформируюсь! Мастер, отстань! Эта троица опять здесь! Когда мы втроем, им нас не победить. Дайте я разберусь с этими клоунами. Ах, ты обзываешься? Ну хорошо, я тебе покажу. Трансформируюсь! Слияние динозавров! Монструктор! Попробуй сразиться со мной! Давай, увидим, кто из нас клоун! Ты негодяй! Как ты посмел напасть на школу? Слияние! Непобедимый воин! Ну попробуй, сразись со мной. Это так образумит его. А ну, ящеры, прочь отсюда и побыстрее. Что, понравилось? Микон, будь осторожен, Микон! А ну, отцепись от меня! Ну, я тебе покажу! Ой. Здорово! Держись! Командир, скорее! Микон! О, нет! Трансформируюсь! Тебе повезло, что я успел! Трансформируюсь! Истребитель! Когда-нибудь мы рассчитаемся. Отступаем! За мной! Thank you.
Простите, что втянул вас во все это. Простите меня. Это ваша работа. Мы должны благодарить вас за спасение. Наш долг — защищать землю и людей. А я не знал, что ты умеешь летать на шаттле. Спасибо, что ты спас всех нас. У тебя так здорово получилось. Спасибо, я очень старался. Микун. Я хочу извиниться. Эй, ты забыл про меня. Садись, подвезу. Ура! Ура! Конечно! Поехали! Над сериалом работали исполнительный продюсер Ирина Киселева, продюсеры Людмила Бузунова и Алла Карташова, переводчики Максим Мишанов, Анна Данишевская, Юлия Белоусова, Кирилл Болотов, Инна Хистяева, Дмитрий Бондарев, Мария Ильина, Юлия Шишова и Татьяна Марчук, шеф-переводчик Лидия Запашная, консультант Елена Стаценко. Инженеры видеомонтажа Наталья Антонова, Дмитрий Васильев, Наталья Жукова, Игорь Кириллец и Александр Зуев. Актеры Галина Пристенская, Михаил Черняк и Вадим Гущин. Звукорежиссер Михаил Иоффе. Телекомпания «Шестой канал», Санкт-Петербург.